Короткий обзор хочу записать для тех, кто прокачивает Light Peak и Light King, то есть те, кому нужны сатоши лайткоина. В принципе, в этих приложениях можно, конечно же, заниматься ними параллельно. Понятно, что занятие достаточно такое муторное, да, то есть как бы там просматриваешь рекламу и все такое. Но в принципе можно не спешить, дело это накопительное. В обоих случаях, когда вы будете собирать сатоши лайткоина, все это автоматически сразу же перенаправляется в ваш кошелек Faucet Pay. Ссылка на этот кошелек будет в описании. Так что с этим разберетесь. То есть смотрите, с Faucet Pay на проекты Light Peak и Light King минимум вывода это 200 тысяч монет. В принципе, этого с лихвой хватает для прокачки первого уровня. Так что, если вы один раз намайните это количество монет, ну вот, если не спеша, то есть примерно за неделю, я понимаю, что как бы сами проекты, да, тоже раздают, но вот, к примеру, Light Peak выдает 250 монет на первом уровне. Вот я уже, грубо говоря, полтора месяца, да, и первый уровень еще даже не преодолел никак. Понятно, что выдают очень мало, монета как бы дорогая в целом, да, ну понятно, что лайткоин стоит достаточно дорого, поэтому выдают очень мало. А это такой вот лайфхак, которым очень как бы рекомендую воспользоваться, который позволит очень быстро повысить уровень. Смотрите, как это выглядит. То есть ссылка на сами краны, вот эти оба крана, ну и включая еще там биткоин-кран, он пусть будет. Биткоин собрать легче, потому что предел по крану получается 100 тысяч сатоши лайткоина, а по биткоину 25 тысяч. То есть биткоин вы гораздо быстрее соберете, и Faucet Pay его можно в свапе конвертировать все это в лайткоин и перекинуть, соответственно, все одной кучей. Сейчас я покажу все, как это выглядит, вот просто целиком пошагово. Ссылки будут в описании. Вот, к примеру, вы заходите на кошелек Faucet Pay. Вот он у вас. Да, так он не откроется. Это я уже понял. Вот так вот я зайду. Итак, вы в кошельке. Все, что вам нужно сделать, это зайти в депозит выплаты. Опускаетесь. Находите лайткоин. Нажимаете. Нажимаете депозит. Копируете ссылку свою. Ссылка скопирована. И переходите непосредственно в проект. Выглядит он вот так вот. Лаймон. Заходите. Каждые 5 минут вы можете собирать здесь монеты. То есть, грубо говоря, за час, ну, так вот, если, да, в аккурат, это примерно 5 сборов. Один полный сбор, то есть 4 просмотра, да, это 1600 лайткоина. То есть, грубо говоря, за 5 просмотров в час, соответственно, вы собираете, сколько это у нас получается, 1600 на 5, 7000, то есть 7000 за раз, да, ну нормально, в принципе нормально. Вот это выглядит вот так, то есть вы зашли в приложение, да, нажали первое, допустим, нет, спасибо, сейчас пройдем капчу, вот опять зеленую нажимаю, и вот поле было, да, вот где оно уже убежало, вот оно поле. В это поле вы вставляете свой кошелек, вот Faucet Pay, вставили один раз, она запомнит эта программа и все. В самый низ и проходим капчу. Ну, здесь вот по-простому, да, все. Так, первая получается двойка. Это вот, пятерка. Это нет. Вот если ошиблись, нажимайте reset. Все начнется сначала. Двойка, пятерка, четверка и семерка. 5 секунд. Есть. Ну и как бы пройдено, да. То есть 400 сатоши улетело сразу в Faucet Pay. Вот сейчас, секундочку. Вот сейчас я обновлю. У меня получается 1029. Обновляем. И вот 400 сатоши сразу же прилетает в этот кошелек. То есть так вот вы повторяете со всеми четырьмя каждые 5 минут. Вывод на проекты от
2 миллионов. То есть придется повозиться недельку, но этого накопления вам хватит для того, чтобы прокачать и Light King, и Light Peak. То есть и там, и там. Очень удобный лайфхак, пожалуйста, воспользуйтесь. И копите эти монеты. Пусть там вы месяц даже будете их копить, тем не менее, заводя в проект, вы можете там прокачивать уровни очень-очень быстро. С этим сложности у вас возникнуть не должно. Так, вот еще один проект, да, ссылка на него тоже будет. Это тоже майнится лайткоин. Я, кстати, вот не смогу показать, потому что вот первый собран бонусный, вот где замочек. И третий вот тоже, где замочек, тоже собран. Да, общее количество у меня 41 тысяча. Вывод от 100 тысяч. То есть будет 100 тысяч, и они автоматически во вторник перелетят в FaucetPay. Я сразу здесь в двух проектах, еще и биткоин. Биткоин просто по пути. Я его конвертирую в FaucetPay потом и все. То есть, а здесь 25 тысяч, то есть вторник. Ну, сегодня пятница. То есть во вторник, учитывая то, что 25 тысяч это вывод, у меня уже 29, до вторника еще больше будет. То есть автоматически на FaucetPay улетят эти монеты. Я их конвертирую в Litecoin и, конечно же, закину на проекты. Ну, наверное, все-таки постараюсь так, чтобы и до вторника, и здесь у меня уже было 100 тысяч, чтобы одной грядкой как бы закинуть все в проекты. Хочу, наверное, не то чтобы похвалиться, да, а просто показать, что у меня получается в Light King уже практически третий уровень. То есть у меня буквально там остались какие-то копейки до того, чтобы уровень третий открылся. Буквально 4%. Вот если посмотреть по Wager, да, 28,9, да, а надо 0,3, то есть буквально чуть-чуть осталось. Ну, как вам сказать, в принципе, во всех этих проектах, я уже это говорил, как бы партнерам, да, которые вот участвуют в этом всем, что самое интересное — это достигнуть уровня Gold во всех вот этих вот, достигнуть уровня Gold. Тогда приходит достаточное количество монет для прокачки уровней. Да и в принципе этих монет уже достаточно для того, чтобы начать зарабатывать и что-то выводить уже. Да? То есть я, кстати, пользуюсь несколькими кошельками. Да, FaucetPay, NixMoney. NixMoney очень важен, потому что он подвязан к проекту Суперкопилка и WiseDeposit. Регистрируйтесь, оттуда приходит по 2 доллара в неделю просто на халяву. На них я тоже вот планирую закупать монеты. Об этом я обзор сниму где-то через неделю, потому что там вывод с кошелька на даже завтра обзор сниму, потому что 3 доллара у меня уже там есть. А нет, в воскресенье сделаю. Будет 4 доллара, я все это конвертирую, я думаю, в трон. Я вот цель такая — трон прокачать, потом прокачать доги и, соответственно, по пути заниматься лайтами, Light King и Light Peak. Вот. Как бы вот так вот. То есть такой лайфхак. Пожалуйста, майните. Это очень удобно. Это позволит вам, если вы один раз намайните и заведете, то первый, второй уровень вы точно пройдете. То есть с этим у вас сложности не возникнет. Если будут вопросы какие-то, пишите в комментариях. Я могу более подробные там обзоры снимать, как я это делаю, то есть как это вообще все выглядит. Для скептиков, кстати, хочу сказать. Ну, представляете, вот я уже без малого, без 10 дней, да, можно сказать, полтора месяца занимаюсь вот этими шестью проектами. Шестью проектами, да, вот эти все шесть проектов, которые предоставлены на сайте «Каждый может». Ссылка на сайт, кстати, тоже будет в описании. То есть вот эти шесть проектов. То есть, ребят, неужели вы думаете, что я занимаюсь и трачу на это такое количество времени, и эти проекты не платят? Ну, прошу простить меня, проекты платят еще и очень хорошо. Именно поэтому я стремлюсь к пассивному доходу. Ну, в общем, если у кого какие вопросы на эту тему возникнут, пожалуйста, пишите. Пишите, помогли ли вам эти краны, которые я вот рекомендую. Вообще, подписывайтесь на телеграм-канал. Кстати, я его сделал таким образом, что вы можете в нем публиковать свои какие-то достижения. Пусть даже они минимальные, я буду только рад за вас. Всем, кто не в этих проектах, пожалуйста, подключайтесь. Здесь мы идем к пассивному заработку. В принципе, за полтора месяца, вот
по мне можете судить как бы и свои будущие результаты. Я думаю, если еще полтора месяца накинуть сверху, то, наверное, обзоры я уже буду снимать совершенно другие. Вот. А тем, кто в проектах и те, кто занимается, ребят, наберитесь терпения. Я прекрасно понимаю, что день за днем вот эта монотонная, одинаковая такая работа, она утомляет. Но хочу вам сказать, что меня радует другое. Здесь ни одна ставка не проходит бессмысленно. Каждая ставка – это ваш опыт. Каждая ставка – это шаг вперед. Здесь нет шага назад или топтания на месте. Если вы собираете монеты, если вы делаете ставки, если вы используете стратегии, если у вас есть вопросы по стратегиям, да, вы все равно двигаетесь вперед. Вы в любом случае медленно, там, быстро, вы все равно двигаетесь вперед. Для тех, кто новичок и не совсем в теме, могу посоветовать в доге там, буквально за $1.5 купите себе уровень бронза. Это облегчит вам как бы путь. Очень удобно, то есть, ну, как бы вы поймете, что все работает, да, вы можете завести там не доллар, а завести там $10-20, быстро прокачать там уровень и вывести, то есть вы сразу видите, что вывод там буквально, ну, максимум 20 минут я вывожу, так в среднем минут 10. Ладно, много не буду говорить, будут вопросы, пишите, я лучше буду отвечать по сути на заданные вопросы, да, а так вот обзор был посвящен тому, что есть пару кранов, которыми я вот пользуюсь и рекомендую пользоваться вам. Всем хорошего вечера. Не, наверное, не вечера. Всем приятной жизни. Всем пока.